Лидия Чебоксарова, Алексей Росошанский. Один ответственный квартиросъемщик сказал женщине, не имеющей прописки на его жилплощади: «Дорогая, нам лучше выйти порознь». Она ему ответила: «Мой друг, я люблю, когда утром играет тихая музыка». А он ей ответил: «Иначе нас могут увидеть соседи». Наивны наши тайны, секретики стары, когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один поэт, уж полночь близится, а Германа все нет. Целый день нарисовал вот отталкивающей краской лозунг: «Спорт — это здоровье». Хотя она сама из спортивных занятий увлекалась лишь закручиванием бигудей. А он целый день доставал запчасти и водил даже кого-то в кафе «Фиалка». А к вечеру добыл два рыбных заказа, которые сменял на два билета на «Таганку». Наивны наши тайны, секретики стары, когда ж мы кончим брать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал другой поэт, уж 40 близится, а счастья все нет. Они созвонились поздно вечером после программы «Время», когда бюро прогнозов наобещало нам солнце, а в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: «Милый мой, у меня есть замечательное предложение. А давай мы с тобой поженимся». А он ей ответил: «Созвонимся». Наивны наши тайны, секретики стары, когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один брюнет, уж рельсы кончились, а станции все нет. Красному Чурлёнцу, иногда по Остроухову, мчались мы с одной знакомою на машине «Жигули», заезжали в Левитана мы. В октябре его пожухлые направлялись мы к Волошину, заправлялись как могли. Реки Цветаевой, через область Заболоцкого, с
нами шла высоколойная, а куржавская струна. Поднимались даже в горы мы, покидая землю плоскую, между пиком Барда-Пушкина и вершиной Пастерна. Некто Вольган Камадеевич, словно вновь из-за облака, друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили Топсохроновскую помоку, двор заезжий Долматовского и пустыню Новолдян. Между Григом и Волошиной на последнем переходе мы развели шатер Брезентовый, осветив его костром, и собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом, и собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом. По прекрасному Чурлёвцу, иногда по Остроухову, по прекрасному Чурлёвцу, иногда по Остроухову, по прекрасному Чурлёвцу, иногда по Остроухову. Алексей Росошанский.